Вечером в школе единоборств каратисты города Уварова встречают гостей. Но воронежские ребята приехали не отдыхать, а трудиться. Совместные тренировки спортсменов двух соседних регионов проводятся уже не впервые. Но здесь уже мы второй раз приезжаем. Мы как построили спортивный комплекс. Были мы, по-моему, в ноябре или в октябре у вас. Вот. И вот еще раз приехали. До этого ваши приезжали к нам в спортивный зал. Там проводили мы совместную тренировку. Ну, сейчас вот у вас очень достаточно хороший зал, приспособленный. Очень приятно видеть, что в вашем городе достаточно внимания уделяется детскому спорту, именно карате. Вот. Я думаю, это хорошее вложение. Сразу же после дальней дороги воронежцы включаются в двухчасовой тренировочный процесс. Сложный физический и психологический комплекс упражнений. Вначале для разогрева мышц общая разминка, затем более сложные элементы. Громкая музыка на тренировках звучит не для веселья. Она помогает, задает ритм. Совместная тренировка – это своеобразный обмен опытом. Такие встречи – не просто общение. Можно узнать что-то новое, чему-то научиться. Спортсмен может держаться за своего противника. Как только он касается спиной татами, он должен отпустить его. И дальше уже закрываться каким-то другим образом. Если спортсмен падает на спину и не отпускает, держит его, то это наказание по второй линии. Тренер с 20-летним стажем Юрий Лукьянов отмечает хороший уровень подготовки уваровских каратистов. По его мнению, спортсмен растет от противника. Чем больше встретится разнообразных, разноплановых соперников, тем выше будет мастерство. Чтобы лучше усвоить технику, ученик должен внимательно наблюдать за мастером, а затем правильно повторять. Тренер объясняет каждое движение. Воронежских каратистов прибыло всего 6 человек. Но в их числе победители первенства области и бронзовый призер Центрального федерального округа. У хозяев зала заслуг тоже достаточно. Поэтому наставники довольны. После этой встречи каждый из их воспитанников станет немного опытнее. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова для рубрики «Спорт».